В Ульяновске прошел турнир по греко-римской борьбе среди юниоров 2004-2006 годов рождения. Соревнования посвятили памяти мастера спорта по борьбе Александра Кшановского, трагически погибшего 4 года назад, а также всех выдающихся тренеров и борцов региона, которые тренировали и тренировались с советских времен и по сей день. Организатором выступил Фонд поддержки развития спортивной борьбы, президент которого – отец Александра Кшановского. Турнир по греко-римской борьбе проводится в этом году уже второй раз. Количество участников, проводится он по юниорам, и количество участников у нас 97 человек, три страны – это Россия, Узбекистан, Казахстан. Соревнования прошли в 11 весовых категориях. Выступали юноши от 50 до 130 килограмм. Среди участников немало титулованных борцов. За их плечами огромный опыт выступлений. Среди них Владислав Шичков, двукратный призер первенства России. Спортсмен отметил, что турнир – отличная возможность подготовиться к официальным стартам. Соревнования проходят на хорошем уровне. Приехали много достойных соперников из ближних городов. Поэтому есть конкуренция. В первую очередь эти соревнования проходят для того, чтобы подготовиться к Кубку России, чтобы пробороться, не гореть на соревнованиях. На одной из стен организаторы разместили баннер с именами тренеров и борцов региона. Также в планах создать книгу памяти сейчас проводится большая работа по сбору информации. Кирилл Савосин, Геннадий Бухтаяров, УПРАВДА ТВ.